Мурашки по коже – самые искренние. Случайные встречи – самые интересные. Взгляды на жизнь – самые пристальные. Волнение перед публикой – самые честные. Беседы с друзьями после разлуки – самые душевные и самые долгие. Ожидание – самая страшная мука. После давней обиды – всегда безумие. Все самое серьезное проверяется временем. Объятия ребенка – самые крепкие. Мудрые люди – самые сдержанные, а вот фразы при ссоре – самые меткие. Первое свидание всегда волнительное. Слова поддержки – самые необходимые. Мнение со стороны всегда сомнительное. Материнское сердце – самое ранимое. Посиделки под гитару всегда уютные. Звонки среди ночи всегда тревожные. Любое событие в первый раз – дебютное. Все простое – всегда для нас самое сложное. Яркие моменты – самые запоминающиеся. Письма о главном – всегда бумажные. А люди – душевную пустоту заполняющие – самые любимые и самые важные.